все как бы просто собрались даже не случайно. Блин, к сожалению, не придумали ничего. Мне деньги получилось подарить, поэтому пересчитай на всякий случай. Просто мы с Ромой как бы, может, скинулись поровну, а может, не поровну. Алексей, ты летишь в Лос-Анджелес. Рейс номер 106. Поздравляю тебя. Так получилось, что со мной на проекте участвует мой лучший друг, это Алексей Гигаури. Мы как раз хотели на проект прийти вдвоем и сыграть как раз на том, что я армянин, он грузин, дуэт Мимино. Но так сложилось, что пришли по отдельности. И, безусловно, у нас есть конкуренция с ним. Вообще, конечно, жесть. У нас даже с ним была проблема. Мы не могли в какой-то момент с ним договориться, кто что показывает на кастинге. Тем не менее, мы болеем друг за друга. Внутри которого все это время лежала моя визитка, на обратной стороне которой все это время было написано, что вы, Рената, Наде привет передавали. Я могу сказать только одно. Вы в проекте. Как конкурент, да, само собой, мы будем делать все для победы. Выплеснем просто самое лучшее. Мне кажется, что у нас у обоих есть одна общая сверхзадача – показать, что мы, как мы можем. Фокусники – это уже не те люди, которые там платочки в кулак убирают, и он исчезает. Да. Это уже совершенно вообще другое поколение, которое делает фокусы на другом уровне. То есть это что-то прям нереально новое, которое взрывает мозги. На сцене дружба и конкуренция, они все-таки немножко идут порознь, да, но тем не менее дружба все равно на первом месте, потому что проект закончится, а дружба останется. Или наоборот.